Меня зовут Ирина, я фотограф проекта и просто болею путешествиями уже много лет. Приехала сюда узнавать Россию заново. Я приехала из Америки, жила там длительное время и, соответственно, путешествовала очень много. Там обалденно развит туризм. И хотелось бы, чтобы в нашей стране тоже он вышел на определенный уровень, чтобы граждане нашей страны путешествовали по России, а не уезжали за рубеж ее. Я очень надеюсь, что с помощью этого проекта молодежь начнет больше путешествовать именно внутри России, не уезжать в другие страны, а развивать культуру именно путешествий и туризма в России. Спрашивают постоянно, постоянно возникают в разговорах стереотипы о медведях, балалайках и всем остальном. И, конечно, одна из целей проекта — это разрушить эти стереотипы, рассказать людям, как на самом деле обстоят дела в стране. И вызывает очень большой резонанс у моих друзей за рубежом проект. Они живо интересуются, следят за нашими новостями и хотят участвовать.